Всем привет! Продолжается партия с компьютером. Последний свой ход он сделал конь f6. И больше всего голосов было отдано за ход конь e5. Такой темповой ход с нападением на слона g6. Делаем его и смотрим, что сделает компьютер в ответ. Итак, конь e5. Ну, слон h7. Вполне предсказуемо. Ну что, голосуем, выбираем, думаем, как нам лучше пойти. Либо те, кто знает, советуйте в комментариях. А на этом все. Всем пока.